Там уже Ярдаков борется с Медведевым. Включается Виноградов. Ярдаков. Передача, гол! Гол, Лазарев заканчивает и делает это очень быстро. Полторы минуты со старта дополнительного времени. А КМ показывает, что в этой серии совершенно ничего не понятно, потому что 2-1 это совсем не 3-0. 2-1 на табло, 2-1 в серии. Но на табло в пользу АКМ, в серии в пользу Лады. Слушай, много говорили про Ярдакова, но вот Галешник сейчас просто делает Даниил. Да, согласен. Просто мне отбирает, просто отдает. Твоим словам нечего добавить. Ну, молодец. Тогда порадуйся. Тогда просто порадуйся. Естественно, сейчас, так как это гол, который решает исход матча, никто никуда не уходит и не пойдет еще в ближайшую минуту минимум. Тренерский штаб Лады там будет думать. Хотя тут сейчас в концовке-то, да, там вообще смотрят изначально те люди, которым это и нужно. Поэтому вот сейчас никто пока никуда. Вот и арбитры говорят. Александр Дударов, Иван Тютнев попросили... Хотя вот вроде сейчас уже Лада так поехала, скажем так, своим болельщикам. И да, все.